День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечают в России в третье воскресенье марта. Поздравить с профессиональным праздником сотрудников Люберецкого водоканала приехал глава округа Владимир Волков. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за ваш труд. Желаю только каждому человеку лично, каждой семье развития, процветания, здоровья и тех планов, которые вы перед собой ставили, чтобы они все сбывались. Люберецкий водоканал – одно из крупнейших ресурсоснабжающих предприятий округа. На торжественном собрании сотрудников отметили наградами. Плотника 5-го разряда Валерия Васенина, почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Это совсем не скучный коллектив, скучать совершенно некогда, потому что плотник регулярно сейчас получается один на весь водоканал, так что общаться приходится часто со многими. Праздники уходят, а работа останется. И мы надеемся на то, что останемся и будем работать, помогать водоканалу, устранять всякие недостатки. Централизованное водоснабжение в Люберцах появилось в 1927 году, когда была пробурена артезианская скважина, построены водонапорные башни и проложены первые метры водопровода. Система с каждым годом развивается, бурят новые скважины, строят водозаборные узлы. Какой бы праздник ни был на календаре, да, у нас всегда рабочие дни. Мы не можем остановить рабочий процесс ни на минуту. Кто-то выходной, кто-то на смене, но всегда бригады аварийно-диспетчерской службы в рабочем строю. В случае возникновения аварийных ситуаций ребята всегда выезжают, устраняют, возвращаются на базу. В Люберецком водоканале работают 639 человек. Предприятие эксплуатирует и обслуживает 26 водозаборных узлов, 75 артезианских скважин, 45 канализационных насосных станций, 17 станций обезжелезивания и более 800 километров водопроводных и канализационных сетей. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.